Знакомьтесь, Брок Пирс – предприниматель блокчейн-индустрии, инвестор и идейный вдохновитель. Он обладает глубокими познаниями в доменной игровой индустрии, блокчейн-технологиях и в сфере цифрового валютного пространства. Мистер Пирс является пионером рынка цифровых валют в играх и смог выручить более 200 миллионов долларов за основанные им компании. Брок Пирс – основатель IMA Exchange, которая лидирует на рынке цифровых валют для игр. На данный момент он также консультант в компании DSTLD, управляющий партнер в Unicorn Ventures, основатель Blockchain Capital, а также соучредитель и руководитель стратегического отдела компании EOS, ICO которой не так давно собрала более 185 миллионов долларов за 5 дней. Брок Пирс также присоединился к консультативному совету компании Banker. В апреле 2015 года господин Пирс был избран председателем фонда The Bitcoin Foundation. С февраля 2017 года он также является советником в Hyperloop Transportation Technologies.